Всем Всем привет! привет! Привет, привет, ребята! На улице сегодня 1 сентября. Вот так мы встречаем 1 сентября. Для кого-то это грустно, для Даши это праздник, потому что она очень Я уже хочет в школу. соскучилась. Очень хочет, да, в школу. Ребята, хотите приколы расскажу? Мы, короче, купили вот цветы. Вот Да, у такие нас здесь букетик красивые. уже для учителя. И вчера шла моя учительница. Ты ее встретила, да? Ну, ничего. А, значит, у нас вторая смена в этом году. Да, и мне надо сегодня вторую смену. Да, мы идем попозже. А пока что нам сказали подписать все тетради. Моя учительница меня будет встречать в В ну, у этом нас в году школе. Даша подписывает их Сама. сама. Вот такой у меня Да. почерк. Да. Ну, немножко еще надо Подучиться. откорректировать. Значит, мы написали по русскому языку, подписали по математике. Математике еще надо по белорусскому Вот и еще дневник остались тетради, заполнить. да. Дневник и по белорусскому языку. Вот У нас эти... уже готова наша школьная форма. Я пойду, ребята, сегодня в таком вот пиджачке. Вот такой вот блузки. И сзади мне купили юбку-шорты. Да, ну потом оденешь и посмотрим, да? Да, еще новые туфельки. Новые туфельки, да. Ну все, будем заполнять тогда. Да? Потом покажем вам. Ну что, мы уже подписали все тетради, собрали наш рюкзак. Покажи, какой у тебя в этом году. Вот такой на подставке, на Застежечка. застежечке. Да, Дашка такой захотела себе. Каркасный, Тут, ортопедический. ребята, я взяла с собой в школу водичку обычную и папинку. Да, ну у тебя сегодня мало уроков, поэтому вот такая у меня красота сегодня идет в 3 класс. Покажи, дай. А, давай мы поправим рукавчики. Стой. Вот так. Вот пиджачок, юбка, Юбка, шорт. шорты. Вот Дашка так их такие. хотела очень Да. сильно. Потому что шорты, они мне, наверное, еще останутся на следующий год. Ну, посмотрим. И вот Блузочка такие красивая. туфли. И новые туфельки. Да, вот такие мы купили. Новые. И цветочки. Цветочки Если мы у уже меня видели. получится, то я приду Мама. на линейку. Да, ну не знаю. Конечно, если меня пустят. Если будет дождь, линейка будет. В спортзале. Да. Вот. Ну что, пойдем? Я пойду со своими подругами. Да, сейчас заберешь подружек и Да. пойдете вместе. Сначала у них будет первый урок, а потом линейка, Да. а потом еще 2 урока сегодня, да? Да. Ты все подписала? Да, все. Ну, почти все. Одну тетрадку по биологии еще осталось. Ну, Вот. ее можно вечером, да, Да, подписать. Мы просто уже когда не я приду. успеваем. Да. Дашка красуется возле зеркала стоит. Красота такая. Третьеклашка. Ребята, ну еще я взяла попыт, как же без него в школу? Да, это точно. Мой Я любимый. желаю тебе, чтобы у тебя прошел на отлично этот год, чтобы ты была умницей и все у тебя получалось. Спасибо. И всех ребят мы тоже поздравляем, да? С 1 сентября. С новым учебным Вот. годом. Ура! Ура! Три.
Thank you.